Всем приветики еще раз. И вот последняя четвертая посылка на сегодня пришла в обычном пакете. В обычном, блин, провода. Провода пришли в пупырчатом. А платы в обычном. Ну, правда, они завернуты внутри. Хотя было бы лучше, чтобы и почтовый пакет был с пупыркой. И здесь тоже была пупырка. Она здесь есть, но почтовый был без пупырки. Хотя лучше был, чтобы он был в пупырке. Слоя здесь сколько слоев? Раз. Два слоя пупырки получается. Ну, в общем, ого. Ну, в общем, да, хватает там пупырки. Сами они что-то в такую вот штуку закручены. Как винчестер. У меня винчестер такой приходил. Типа, чтобы... А, это, наверное, антистатическое. Просто электричество может убить какие-то микросхемки здесь на плате. И чтобы они их не убило, специальный пакет, который, видимо, отражает статическое электричество. Вот, это типа защита такая. Вот, скорее всего, так. Я заказал две, одну себе, одну отцу он просил. Вот. Поэтому одну мы отложим, типа как ему отдадим. А вторая моя открываем. Так вот здесь эта штучка специально для открытия. Достаем. И здесь плата. Это стабилизатор напряжения. Получается, вот так вот он выглядит. Сюда, получается, мы подаем питание, а отсюда питание выходит. Это, и оно, получается, проходит через плату. В плату входит, с платы выходит. А плата регулирует его. То есть оно... Здесь крутилка для регулировки питания на выходе. И оно, типа, регулирует питание. Сзади оно выглядит вот так. Спереди... Вот оно все выглядит вот так. Вот. И здесь, получается, показывается. Нажимаешь, показывается, сколько входит, а здесь... Эй, фокус. Здесь нажимаешь, показывает, сколько входит. Здесь нажимаешь, показывает, сколько выходит. А вот этой штукой регулируешь. И надо бы проверить, наверное. Ну, в общем, подключил. Сюда минус, сюда плюс входит. И оно уже показывает 5-4 вольта. А вот, получается... Горит 5.4, 5.4 вольта. Оно где-то так и выдает 5.5. Здесь показывает что? Видимо, то, что вот оно, питание вошло. Да, показывает лампочка, что питание вошло. То есть, ну, что плата работает. А вот питание на входе, типа, оп, выключили, оп, показываем. А на выходе это, наверное, вот так. Да, оно переключается. Это показывает зеленое, что плата работает. А эта лампочка показывает, что вход, а это что выход. Вот оно, типа, горит. Вот оно, типа, out. А так переключаем. Вход. То есть... Ага, то есть надо это выключить. То есть получается... Сейчас он показывает вход 5.4. Нажимаем на эту, показывает выход 4.8. То есть сейчас сюда подается 5.4, а отсюда выходит 4.8. А отрегулировать можно... Вот этой штукой, я так понимаю. Крутим. И... О, растет. 4,9. Еще крутим. Блин, что-то долго крутить надо. А, она, наверное, понижающая. То есть, если я даю 5,4, то она занизила... Максимально выдать, оно может 4,9. Мы можем понижать 4,8. И все, что ли, блин? 4,7. Блин, так ничего себе здесь крутить надо. 4,6. 4,5. 3, и резко 3,2. Крутим. 3,3, 3,7. 3,9. А, да, я просто быстро крутил. 4,1. Он просто не сразу показывает. 4,3, 4,4, 4,5. А назад, если быстро крутануть, 3,2, 2, 1,6, 1,5, 1,2. Ну, короче, о, работает. Входит, получается. 5,4, а выходит 1,4. То есть, ну, можно серьезно понизить так. А накрутить максимум можно до скольки, чтобы выход был? До. Попробую максимум до упора. Хотя, я не знаю, может быть, там нет упора никакого. 4. Я, ну, я кручу довольно-таки долго. Мне кажется, там уже перекрутило все, что можно, не сломать бы.
Хотя если сломаю, у меня вторая есть. Можно ему ничего не отдавать, сказать, не пришло. Не, все, я сколько ни кручу, не идет никуда. Мне кажется, она бесконечно может крутиться. Это, наверное, хорошо. То, что не скрутится. А вот уже 5. Блин, так я столько крутил, и оно ничего не было. А сейчас вдруг раз и 5. Ну, это как-то странно. Но она понижающая. Просто если оно выдает 5,4, то вряд ли ты вход 5,4, то вряд ли ты сможешь выдать 5,4. Оно выдаст, наверное, максимально 5 и ниже. То есть можно вот до единицы опустить. Потому что все стабилизаторы, они... Ну, не все, но этот понижающий. То есть ты с 5,4 понижаешь до 5 и дальше регулируешь от 5 до 1. Там, да, сколько... Он там щелкает что-то уже. Короче, все, уже некуда, типа, оно прощелкивается. Ну, понижать ты можешь, как тебе удобно, типа. Правда, что-то я не понимаю, оно как-то так долго крутится очень. Я кручу. Блин. Ну, в общем, суть в том, что она работает. Просто эта крутилка какая-то странная. Хотелось бы, чтобы так плавненько раз, единица, раз, там. Ну, не естественно так быстро, но так ты тихонько крутишь, оно тихонько повышается, там, чтобы так крутанул, там, оборот сделал, и оно тебе на вольт поднялось. Еще оборот, там, еще на вольт, там. Вот, или там, чтобы... Ну, хотелось бы, чтобы быстрее крутилось. То есть, чтобы ты крутанул, и оно раз, там, 5 вольт крутанул, раз, 1 вольт. А не вот это вот крутишь полчаса и ждешь, когда оно там... Вот, но суть в том, что вот работает. Но это она показывает 4,6. А выдает ли оно 4,6? Сейчас попробуем опустить. 4,5 хотя бы, вот. И проверить тестером. Вот он наш тестер. Минус плюс 5,4. И у нас на входе показывает сколько... Вот он вход 5,4. Мы меряем 5,4. То есть правильно. Теперь показываем выход. Тоже минус плюс. 4,5 показывает, а у нас 4,6. Ага. А если накрутить немножко, то есть, например, еще понизить. Вот 2,9. Блин, он так быстро понижает. Да, это понижающий модуль. Просто высоко она не может дать. 2,9, и там сколько показывает? 3. В общем, выход она немножко подбирает. Вход правильно, 4. 5,4 показывала, здесь было 5,46. А выход 2,9, а здесь 3. Ну, практически, да, правильно. Ну, в общем, такая хорошая, удобная штука. Вот. Мне нравится. Теперь смогу свою даже вот эту вот лампу, которую я покупал. Потому что 5, я ее даю 5,4 вольта, а 5,4 это много, 5,5, 5,4. А так я смогу вот теперь подключить ее через вот эту вот штуку, и она будет получать, ей надо 4,5. Вот 4,5 она и будет получать. То есть светодиод будет работать так, как он, такого напряжения, от которого он должен, потому что 5,5 это для него много, он так сгореть может. Вот, такие дела. На этом все, всем покедова.